Ну вот это явление зоохории, когда млекопитающие поедают плоды и ягоды и, перебегая на большие расстояния, потом их отправляют в семена с экскрементами и оставляют в других местах. Таким образом распространяется очень много сочноплодных растений. Ну вот, собака нашла голубику и уже поела ее. Значит, смотрите, что мы здесь интересного с вами видим. Это все, конечно, типично и для наших сибирских лесов. Ну, коль уж мы забрели в Монголию, то давайте посмотрим. Значит, смотрите, вот это у нас голубика. Как вы отличаете голубику? Ну, кто-то специалист или не специалист по темноте, голубизны плодов. А мы вам еще один признак скажем. Смотрите, если на листочках нет зазубрин, и если веточка, молодой побег круглый, и не зеленый, а буровато-коричневый, то это голубика. Если вы почувствуете здесь ребрышки, то, соответственно, это уже будет черника.